Блин, начал видео, ё-моё, ты смотри фон какой, ё-моё. Ребят, всем привет, что не так с фоном? Всем привет, YouTube-канал «Как в Америке», меня зовут Витёк. Мы сегодня приехали в Ванкувер, в канадский Ванкувер. Мы живем в Ванкувере уже 6 лет, в штате Вашингтон, в Америке. И мне очень часто люди пишут: «Витёк, ты живешь в Ванкувере, чего ты написал, что это Америка? Ванкувер — это же Канада. Ты что, не знаешь, где ты живешь?» Я, конечно, знаю, где я живу. Вот. Буква в букву, название, вот, Ванкувер, Ванкувер. Буква в букву, все конкретно, одинаковые два названия, только мы сегодня приехали в Канаду. Где-то 5,5 часов мы ехали. 5,5 часов мы ехали, наконец приехали. На три дня мы здесь и погуляем по городу, сходим на набережную, сходим в ресторан. В общем, просто гуляем, отдыхаем и ждем сигнала светофора. Вот. С нами Марк и Таня. Марк, помаши приветствовать. В общем, ребят, сегодня погуляем по канадскому Ванкуверу. Покажем вам город немножко. Погнали. Да, вид тут, слушай, везде, куда ни пойди, везде красиво, да. Еще прикольно, что мы находимся на каком-то полуострове. В той стороне вода, залив, и в той стороне тоже вода, залив. У нас, я потом покажу, прям с отеля можно куда ни посмотри. С одной стороны там вода, с другой стороны вода. Вот. И, в общем-то, гуляем. Тут у них даунтаун находится, расположен на, типа, как на полуострове на таком. Танька увидела какой-то Nordstrom. Пойдем в магазин. Курсы валют за 1 американский доллар дают 1.33 канадского. То есть я, когда что-то покупаю, я рассчитываюсь карточкой, деньги я не менял, а я рассчитываюсь карточкой, и то есть, чтобы ориентироваться, сколько это в наших долларах будет, а не в канадских, мне надо, получается, 30% поднять. То есть, например, если я вижу в магазине цену написано 10 долларов канадских, то есть минус 30%, там где-то она будет стоить баксов 7 на американский. То есть у меня с карточки уйдет где-то долларов 7. О. Такое вот. Деньги мы не меняли. Как бы карточки везде рассчитываюсь. Да и все. Хотя говорят, что они американские доллары тоже берут без проблем. Посмотрим. Вот, так что сейчас пойдем в магазин зайдем. А ну покажи, что ты выбрал. Куртка Sonic. И на капюшоне там Соник нарисован? Да. Ха, круто вообще. Покажи еще раз капюшон. Да, вообще круто. Куртенка. Вот такой в школе точно ни у кого не будет, да? Тут немножко другие коллекции. У нас таких мы не видели. Мы много ходим по магазинам у нас там в Портленде, в Ванкувере, но таких мы не видали. Да, у тебя такая будет одна куртка. Ни у кого не будет похожей. А часто бывает у детей, опять же, бывает 3-4 ребенка идут в одинаковых куртках, помнишь? Да. Все, как говорится, с Ванкувер Мола там закуп идет. Еще штанцы взяли, да, ему? Ну, да, сейчас. Марку пока взяли, нам еще пока до взрослого отдела еще не дошли. Что, пошли? Школьников азиатских привезли. Ой, сколько их? Человек 50. А там какая-то экскурсия. Школьников, наверное, привезли. Или студентов.
продолжение темы о закопанных городах. Метров 15 вниз. Откопали наверняка. Идем какие-то часы знаменитые посмотреть. Там то ли паровой механизм в них установлен, то ли что-то такое, они какой-то гудок дают. Я не знаю, по времени у нас сейчас, через минуту 12 часов дня, и они как раз, мы не успеем, наверное, к ним дойти, они там будут гудеть. Ой, сына, давай по магазинам уже, хорош, давай погуляем немножко, уже устал я от магазинов. Так, что тут за движуха? Старый город какой-то. Вон, кто-то надымил, ребенок чуть не задохнулся. Бедный мальчишка. Чуть его не вытошнило. Ты тоже закашлялся. Да, вот я иду и думаю про воду. Сейчас будем где-то искать. Красотища тут. А вот эти часы дымящие. Танюша, видишь? Вот они дымят, вот они дымят. А вот мы их и нашли. Так, вот они, наверное, тут пробили в 12, да? Очередь сфотографировать. Мы уже фоткаться не будем. Ну красивая, да? Да. Марк, видал, как коптят они? Офигеть, да? Классно. Это единственные паровые часы, которые еще остались. Единственные? Да. Ого. Их никто еще не угнал отсюда. Вон какие там механизмы отражаются, конечно, все ужасно. В общем, там все еще работает. В общем, нам все еще работает. А, тут еще железнодорожный вокзал. Давай. Проходили сейчас, не успел камеру включить, там на углу «Казак» написано, украинский ресторан, кстати. Вот. А здесь здание, вон, 1889 года, но еще пока никто не реставрировал. Такое. Гуляем. Не обляпай только, Майк, я тебя прошу. Таня, как мороженое? Вкусно. Марк, шоколадное, у меня ванильное. Таня, фисташковое.
так, 3 мороженых, 25 канадских баксов. На наши это где-то, наверное, 21 доллар. По 7 долларов мороженое. Девушка даже говорит по-нашему. Сказала, в арт-галерее не идите. Идите в какой-то maritime музей. В музей нас отправила, короче. Зашли на железнодорожный вокзал. Такой же Д-вокзал изнутри. Как Таня говорит, куда ни сунься, везде круто. Везде прикольно, да. А, фонтан какой интересный. А мне звонил товарищу Петровичу вчера в Беларусь, говорит, там день ВДВ у них был. Он молодечно. Садись, садись. Как круто. Ты за меня посади. Вау. Потрогай водичку. Так, что у нас тут? Еще какой-то круизик. Да, кстати, ребята, будет еще прикольное видео. Мы через 3 недели взяли круизный лайнер. Я думаю, наверное, будет побольше, раза в 4, чем вот этот. У нас будет вообще огромный. Огромный у нас вообще большой. Мы поплывем. Сначала полетим в Лос-Анджелес, из Лос-Анджелеса поплывем в Мексику. Вот, поэтому будет тоже интересное видео. Да, вот не снимал ничего. Все там про работу, про грузовик. Сейчас немножко попутешествуем, погуляем, поснимаем. Вон там порт. Железнодорожный. А можно вон там, смотри, пройтись. Морские и выйти контейнеры. Потом вон туда. Пройтись по той. Правильно, разворачивайся. Мне еще на камеру идти. Так, идем дальше. Итак, поднялись. Нет, эти грузовики, они меня преследуют, они мне покоя не дадут. А теперь у меня возникает вопрос. Мы поднялись немножко повыше, я думал, что мы в даунтауне, находимся в центре города. А теперь у меня возникает вопрос, сколько у них даунтаунов? Вот там вдалеке высоток тоже куча целая. И потом еще вот там где-то, еще там тоже высоток куча целая. Я думал, что мы все в центре города находимся. Потому что ну тут такой тоже, ну, такой конкретный центр города. Оказывается, есть еще. Так, и что я еще увидел, когда приближал, я еще увидел какой-то вертолетик вон там. Там прям, наверное, 4 вертолетные площадки сразу. И еще палаточный городок тоже вон. Огромный. Наверное, бездомные живут. Да, корабль тоже тут такой не маленький, большой относительно. Пойдем сюда пьяни. Люди загружают вон какие-то коробки. Там уже все, там кухня у них, там ой-ой-ой, надо. Надо всех и накормить. Готовиться к отправлению. Ну, это такой он. Сколько там? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 8 этажей у нас. На нашем, может, 16 будет.
Вот так вот краном осуществляется подъем, провизии на корабль. Washrooms. А я не знала, я думаю, слушай, а сейчас понимаю, что это туалет, я думала, это душевая, знаешь. А вон там еще какая-то часть города. Короче, город тут разбросан везде, повсюду. А, вон голуби купаются в фонтане. Фудтрак. Что там продают? Вон там мороженое, там бирюзовым. А тут такая типа пешеходная улица туда идет, да? Да, давай мы по ней пройдем. Пошли по этому. Ох и наелись мы. Как она называлась? Кактус Клаб Кафе. Самое шикарное место во всем Ванкувере. Погодка шикарная. Место тоже такое интересное здесь, даунтаун Ванкувера. Наелись просто от души, просто вообще. Пиво у них такое, как деревенская брага такая, мутное такое, с запашком. Но мягкое, вкусно. В общем, гуляем, наслаждаемся летом, пока оно еще лето. Вот, и отдыхаем. В конце концов просто отдыхаем. Будем наслаждаться закатом, завтра рассветом. Красотища вечерком. Красотища. Солнышко. Такие виды. Уличная торговля, алкаши. Да, мы уже идем в отель, потому как немножко устали, уже часа три гуляем. Надо сейчас завалиться в бассейн, джакузи. Пойдем в бассейн, джакузи, немножко отдохнем. Вечером опять пойдем гулять. Что там сфотографировала? Не получилось? Ну, бывает. Ой, сына, у нас мелочухи нету. Мы сейчас поменяем где-нибудь обязательно, накинем ему там пару монет. Ну вот пешеходная улица и закончилась. Пешеходный переулок. Прямо? Пойдем прямо. Там вспомним название нашей улицы. Ох, не завидую я сюда. Человек вон заехал. На флотбеде.
Прям так свежо у воды. Да. Может, мы в бассейн в отеле не пойдем? Пойдем. Вот, мне кажется, и тут неплохо полежать можно. Прилег, вон, поливает на тебя. Еще и лучше, чем джакузи. Вообще шикарно. Такой типичный номер у нас, раз, две кровати такие большие, и номер большой классный, и, конечно, виды здесь вообще просто бомба, огромные окна тут у нас, ночью так это все светится, вообще прикольно, вот, ну и здесь тоже ветрено чуть-чуть. Там, короче, залив, там вода, и мы, получается, на полуострове находимся, и вон там тоже вода, вот, а вон видно, вон там полосочка. Двадцатый этаж, всего отель 30 этажей, мы вот на 20-м, вот такая вот красота. Лежу сейчас, отдыхаю и смотрю, там кораблики плавают. Хорошо так отдохнуть, полежать. Сейчас отдохнем, потом опять в город пойдем.